это не мужская рубашка. Это аналог ее, это выбор Ольги Шиловой на сегодня. Ну и что ж, у нас две расцветки, да. Причем один из них, я насколько знаю, абсолютно новый. Да, вот он, вот я держу. Этот цвет называется деним. Джинсовый цвет, новый цвет. Цвет, который вы видели на Оленьке, вот он рядом, называется красно-синий. Новые цвета, новая свежая кровь у нас в коллекции. И я продолжу, Оль. Да. За основу взята здесь мужская сорочка, но женственная ее делает, во-первых, отложной воротник, это раз, во-вторых, укороченный рукав, это два, в-третьих, силуэт. Посмотри, и попрошу Елену повернуться и показать, что бедра здесь тоже прикрыты. Но и кокетливые разрезики сохраняются. Вот они по бокам. Посмотрите, какая красота. Просто заглядение. По размеру сориентируй. Вот на мне вообще 48, вот. Хотя я ношу 44-46. Ну, я нравится. Рекомендую размер. Размер она все-таки, не да? маломерит, но если вы хотите свободу, возьмите на размер больше. До 62 размера. Но ни в коем случае не на размер меньше, только упаси боже, потому что это домашняя туника-платье, и поэтому я рекомендую вам взять все-таки размер. Теперь давайте пройдемся по деталям. Итак, отложной воротник, как на сорочке, да, но мы здесь его меняем, то есть у нас получается такой дизайн. Далее мы смотрим, что планки украшены пуговицами, тоже да. под стиль. А на второй красненький они как раз, да? Да, мы покажем. Накладной карман. Угу. Вот, для мелочевки, для очень удобно, для телефона. Обращаю внимание на крой. Посмотрите, свободный А-образный. То есть мы не подчеркиваем зону талии, мы ничего не подчеркиваем, мы все скрываем. То есть для девушек с какой фигурой придумано? Для девушек с любой фигурой. Даже если у вас не идеальная талия, вы можете это скрыть всегда за свободно сидящими вещами. И туника шотландка – это одна из них. Ну и, как я уже сказала, скругленная форма. Изделие снизу, да, позволяет добавить, ну, такой пикантности нашей туники. Итак, друзья, давайте с вами поспешим, потому что эта туника уже неоднократно имела невероятный успех. Она у нас всегда, каждый раз возвращаясь в эфир, в очном ограниченном количестве. Напоминаю, что у нас есть еще вот такой новый цвет. Это цвет джинс. И 58 размер и 60 в этом цвете уже заканчиваются. Если это ваш размер, позвоните, не упустите этот шанс. Это удобная ткань. Прежде всего, для тактильных ощущений это 100% хлопок. Друзья, куда еще ходить за приятными ощущениями? Хлопок – это лучший вариант. Итак, для тех девушек, для тех женщин, которые очень любят комфортно себя чувствовать, причем комфортно я имею в виду здесь свободно. Я очень люблю вот эту легкость, когда ничего нигде не тянет, не давит. Да. Абсолютное удовольствие. Вы будете легко заниматься домашними делами и при этом будете выглядеть красиво и чувствовать вот эту ту самую свободу. Посмотрите, как здорово. Мне кажется, мне идет, кстати. Тебе очень, наглая, но тебе зато... вообще уже все комплименты сделали сегодня. И я думаю, что наши телезрительницы тоже хотели бы выглядеть так, свежо, ненавязчиво, но при этом красиво. Итак, вот она на мне, эта туника, друзья. Абсолютный комфорт, невероятный. Знаете еще почему? Посмотрите. Вот, Надя, прокомментируй, да? Мне да, кажется, разрезы. Вот такая деталька, да, она доставляет действительно особенный комфорт. Это кокетство. Оля, в чистом виде. Мы просто берем удобство тоже, но вспомним, мы берем мужскую рубашку, делаем ее удлиненной и здесь вот пока вставляем разрезы и для удобства, и для кокетства. Ну, согласитесь. Да, и при этом очень легкая, комфортная. И, кстати, это хлопок, по-моему, да? Это хлопок, как я уже сказала, это действительно натуральные ткани, которые позволяют вашей коже дышать, то есть вам никогда не будет в ней жарко, не будет пота, не будет запаха. Это потрясающе!